Всем привет! Мы вернулись домой. Мы ужасно все устали. Сегодня мы с Мишкой и Колей побыли в детской комнате. Мы там носились, как угорелые. Можно ваше дитя? Вот Миша с Колей, они ни разу не пробовали чурчхелу. Мы как бы уже с Олей пробовали и решили дать попробовать Мише с Колей. Ну, им понравилось, и мы заодно попробовали. Очень вкусно. Ну что, начинается тот самый эксперимент. Мы даем чурчхелу пробовать всем. Они еще ни разу не пробовали, ни Коля, ни Миша. Поэтому мы взглянем, как ребенок реагирует первый раз попробовать чурчхелу. Коля у нас первый. Давай, откусывай, Ре. Откусывай, Коля. Коля, откусывай. Ну давай, давай, Коля. Ну давай, ладно, Миша как старший брат. С этим? Да, вот прямо так вот откусываешь кусок. А зачем там нитка? Ну, чтобы вешать на нитку. Нормально. Нормально? Давай я тебя сниму. А ты в прошлый раз, кстати, не там, не понравилось. Я последняя. Давай. Нет, я последняя. А мне еще мороженое не дает. Ну давай, давай. Не знаю даже. Вроде нормально. Думали, что я детей заставляю, что сам не ем. Рискую своим здоровьем ради вас. Чтоб вам интересные видео смотреть было. Гляньте, сколько людей на набережной. Народа на набережной куча просто. Погода отличная, все развлекаются, все купаются, загорают на пляже. Короче, было очень круто. Мы ели чебуреки с ветчиной и сыром. Каждый чебурек с ветчиной и сыром. Да.